Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ майор! Садитесь! Это ты у нас новенький? Да. На занятиях по военной подготовке будущий воин, если к нему обращается старший по званию, должен встать и отвечать на вопросы громко и по-военному четко и коротко. Кузнецов, покажите вашему новому товарищу, как надо правильно отвечать. Так точно, товарищ майор. Садитесь. Вот теперь ты понял, как надо отвечать на поставленный вопрос. Так точно, товарищ майор. Садитесь. Это другое дело. Ну ничего, не огорчайся. Полгода назад твои одноклассники смущались и дрожали передо мной, как цыплята перед грозным орлом. Правильно я говорю? Так точно, товарищ майор. А теперь погляди на них, любо смотреть. Я уже вижу среди них будущих боевых офицеров, майоров, полковников, генералов, полководцев. Я уже знаю, ты с родителями приехал в город из деревни. И там в вашей деревенской школе, наверное, занятий по военной подготовке не проводилось. Да, не проводились. Опять отвечаешь не по-военному? Рядовой Дорофеев. Я, товарищ майор. Покажи, как надо правильно отвечать на этот вопрос. Никак нет, товарищ майор. У нас в школе таких занятий не проводилось. Вот как отвечает солдат на вопрос офицера. Запомнил? Так точно, товарищ майор. Молодец. Садитесь оба. Так, как твое имя, фамилия? Да точно, товарищ майор! Простите, товарищ майор, меня зовут Костя Ушаков. Как ты говоришь, твоя фамилия? Ушаков. Ушаков! Кто был твой однофамилец? Ушаков Федор Федорович. Знаешь ты это или не знаешь? Никак нет, товарищ майор. Садись. Какой позор!
Федор Ушаков, адмирал, он был выдающимся русским флотоводцем. Первый русский адмирал, положивший начало блестящим победам российского флота на морских просторах. Создатель Черноморского флота и Севастопольской военно-морской базы России. Ваша светлость, благоволите послать меня на Черное море флот строить. В корабельном деле я понатарел, лес понимаю. Это откуда такой взялся? Отсюда прямая дорога во дворец, да в адмиралтейск коллегию. А ты в лес норовишь к медведям. Политессу нет охоты. Пошлите меня флот строить, ваша светлость. К плотницкому рукомеслу у нас, у тамбовских, сноровка. Руби канаты! Руби! И Ушаков, и Турок. Он бил их при Феданисе и при Герче, при Синопе и при Тенте. Фамилию нужно произносить с величайшей гордостью, с величайшим пафосом, приняв горделивую осанку. Ты ведь не присвоил себе эту фамилию. Это твоя от рождения фамилия. А как ты произносишь эту фамилию? Ушаков. Ушаков! Вот как нужно произносить эту фамилию. Вот теперь ты понял? Да точно, товарищ майор! Ушаков! Отлично, Ушаков! Вот теперь ты вполне достойно произнес имя великого флотоводца. Ты даже во сне должен помнить о том, чью фамилию ты носишь. Садись. Вы должны хорошо знать историю своей страны, своего народа и еще знать поименно всех его великих сыновей. Ушаков, Нахимов, Кутузов, Суворов. Глубокие знания, железная дисциплина и безграничная любовь к своему отечеству. Вот что было слагаемым их успеха и их великих побед. Вы должны следовать их примеру, и тогда и вы достигнете успеха и славы. Понятно? Да, точно, товарищ майор! Ну-с, а сегодня мы с вами изучаем устав гарнизонной и караульной службы. Дежурный по классу, подойдите, раздайте уставы. Очень интересная книжка. Я всегда завидую тем, кто читает эту книжку впервые. Итак, что же это за служба? А это, прежде всего, охрана военных объектов. Солдаты,
несут службу, охраняя эти объекты с автоматами, заряженными боевыми патронами. Если на охраняемый объект совершается нападение, караульный кричит: «Стой! Стрелять буду!» Если нападающий не останавливается, караульный производит предупредительный выстрел в воздух. Если и это не остановит преступников, то караульный стреляет на поражение. Поэтому во время несения караульной службы солдат не имеет права не только заснуть, но даже на секунду вздремнуть. Потому что враг тоже не дремлет. Спать категорически запрещается. Солдат, несущий караульную службу, должен бдительно охранять вверенный ему объект. Понятно? Так точно. Считайте, что сейчас вы заступили в караул. И ваше боевое оружие – это устав, который лежит перед вами. Я отлучусь на некоторое время, потом приду и буду проверять, как вы несете службу. Обязанности часового выучить так, чтобы буква отскакивала от ваших зубов, как пуля из ствола автомата. Понятно? Так точно! Молодцы! Приступайте к изучению устава. Рядовой Ушаков! Я назначаю тебе начальником караула. Есть, товарищ майор. Смотри, чтобы никто не спал. Садись, начальник караула. Слушай, прям как Робинзон Крузо читаешь. Поехали!
турецком флагмане пожар, пытается выйти из боя. Отлично. Кто спит? Встать! Я, товарищ майор! А почему ты встал один, когда все остальные сидят? Потому что вы назвали мою фамилию. И как же твоя фамилия? Ушаков! О, я смотрю, ты становишься настоящим солдатом. Молодец!